Перед нами всемирно известное произведение уральских мастеров Каслинского чугунного литья, шедевр мирового искусства. Это единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна. Находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Чугунный павильон был создан для всемирной выставки в Париже 1900 года по проекту архитекторов из Санкт-Петербурга Евгения Баумгартена и Марии Делон. Павильон поражает своим ажурным орнаментом с позолотой. Этот шедевр был представлен вместе с чугунной скульптурой «Россия», созданной Николаем Лаверецким. В Париже павильон получил гран-при выставки в номинации «Металлические изделия». На покупку этого сооружения, включая статую «Россия», появилось много желающих, но сделка не состоялась, так как русская сторона отказалась продать скульптуру «Россия», заявив покупателям: «Россия не продается». Хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.